у меня осталось в этот раз много лишней рассады. Вот тут у меня перчики, баклажаны, помидоры разные. И я сделаю первый раз такой эксперимент, потому что у меня уже все грядки овощные полностью сформированы, уже некуда их запихнуть. Я посажу их в цветник между цветами, и помидорки позаду у меня будут бычье сердце. Вот, спереди будут черри, тут всякие интересные перчики какие-то, ну и, соответственно, баклажаны туда же тоже я запихаю. Будут среди цветов у меня перцы зреть, ну что сделаешь, выкидывать жалко. У соседей рассады, у самих все ломится, они сами делятся, вот, а у меня лишние. Сейчас май 22-го года, вот такая вот у меня беда. Если так можно сказать.